Всем привет! Меня зовут Саша, и у нас сегодня конкурс, как и в принципе в предыдущих видео. Условия простые. Смотрите внимательно видео, увидели какое-то слово на экране, составили с ним предложение, написали комментарий, подписались обязательно на мой канал, поставили лайк под это видео, и вы принимаете участие в розыгрыше на 100 рублей. Российских рублей. А мы открываем первую посылочку. Разрезали. И здесь у нас находится вот такая детская пианино. Так, извлекайся. Ну, естественно, она не работает. Требуются батарейки. Да, батарейки у нас будут формата 2А. Вставили батарейки. И он у нас, в принципе, уже в рабочем состоянии. Здесь нет кнопки вкл-выкл. Просто нажимаете на кнопку, и он у вас играет. В процессе игры при вибрации динамика прыгают вот эти пенопластовые шарики. И из всех отверстий высыпаются, и у вас будет вся комната абсолютно в разноцветном таком пенопласте. Переключение на другую функцию воспроизводит просто какую-то очень жуткую мелодию. Поэтому возвращаемся на первую функцию, нажимаем кнопку, чтобы потушить этого монстра. Или просто вытаскиваем батарейки, потому что слушать долго эту штуковину невозможно. Очень-очень сильно режет уши. Отдайте мне мои деньги! Так, а мы открываем следующую посылочку. Будем открывать вот эту. Что-то здесь такое салатовое. И у нас здесь, в принципе, такой полудетский товар, полутовар безопасности. Так сказать, на рукавники или на ножники какие-то. В общем, смысл таков. Одели ребенку на руку, и он в темное время суток будет находиться в большей безопасности, чем имеется. Здесь достаточно такая плотная резинка. Большущая липучка. То есть можно, в принципе, ну, можно на большую руку даже одеть. Поэтому, в принципе, этот товар можно применять и взрослым. Светоотражающая полоска. Сама оранжевая, это салатово-оранжевая штуковина. Очень яркая. И вы будете, или ваш ребенок будет находиться в безопасности на дороге. Или вблизи дороги. Мы открываем третью посылочку. И здесь у нас, вот говорили про дорогу. И вот у нас, пожалуйста, автотовар. Такая штуковина для крепления смартфона, телефона на руль. Вот здесь показано, в принципе. Закрепили ее на руль. И можете в сам держатель вставлять смартфон, телефон. Ну, смартфон, естественно. Так, что могу сказать об этом крепеже? Вот эти штуковины резиновые, они съемные и причиняют небольшое неудобство. Когда пытаюсь поставить свой смартфон в этот держатель, они норовят выскакивать. Но в первую очередь это, конечно, происходит из-за того, что у меня закругленная форма задней стенки смартфона, так как если положить обычный прямоугольный смартфон, ну, прямоугольной формы, ровная поверхность, то, в принципе, тогда держится все отлично. Поэтому, если вы владелец чего-то вот такого, такой крепеж я не советую. Ну, а так посмотрим, как он будет вести себя в машине. Установил держатель на руль, но телефон всунуть туда не получается. 5,5 дюймов смартфон не пролазит пространство между ободом руля и самой колонкой. Где-то на сантиметр телефон должен быть уже, чем мой. Можно, конечно, закрепить сам держатель сверху над рулем, и тогда будет смартфон держаться практически любого размера. Единственное, что он очень сильно будет здесь вибрировать, плюс закрывает слегка обзор, что недостаточно удобно.
Какое-то все сегодня в коробочках такое хорошо упаковано. Продавцы такие стараются. Так, а здесь у нас очередной автотовар. Эта штука для удаления царапин, ну или каких-то незначительных, я так понимаю, повреждений лакокрасочных. Приходили мне как-то фломастеры, чудо-фломастер, который тоже якобы царапин убирает. Ну, по сути, он ничего не убирает, совсем-совсем поверхностный лак только немножко шлифует и все. А буду теперь пробовать вот эту штуку, Body Compound. Здесь в комплекте, я так понял, какая-то губка идет и сам этот гель. После ознакомления с инструкцией на самой упаковке и на сайте, начал удалять царапины. Результат, конечно, меня не поразил абсолютно. Но ничего, приступаем к следующей посылке. Открываем следующую. Предпоследняя посылочка. И здесь у нас опять автотовар. Вот так вот, друзья. В этой распаковке практически все автотовары. Много шелестящего целлофана. Так, как это все развязать дело? Как это все дело развязать? Никак. Вот так просто резиночку скидываете и все. Ох, нифига себе. Короче, на лобовое стекло куда-то положили эту тему. В комплекте вот поотваливались присоски. Имеются вот такие присоски. Я так понял, их сюда в отверстие просунули. Ну, как-то так. На лобовое приклеили, у вас не греется панель в машине. Защита от солнца, в принципе, меня полностью устраивает. Ну, сверху есть небольшое расстояние, которое она не закрывает. Но основную функцию будет выполнять. Панель, руль, сидушки греться со стороны лобовика не будут. Причем у меня лобовое достаточно большое в Opel. У тех, у кого оно будет чуть меньше, подойдет вообще идеально. Липучки держат хорошо. Так, и открываем последнюю на сегодня посылочку. Все ссылки на товары вы найдете внизу под видео в описании. Обязательно пользуйтесь кэшбэк-сервисом EPN. Ссылку на него я также оставлю внизу под видео. И будете экономить, ну, в районе 5% на сегодняшний день от покупок на AliExpress, а также во многих-многих других магазинах. Так, и здесь у нас вот такой вот кошелечек. Вот такой треугольный. Ну, конечно, положить много чего в него не получится, но я его приобретал точно так же, как автотовары. Страны, у которых в ходу, в обиходе есть мелочь, монетки, наверное, все знают, все сталкивались, зашли в магазин, вам дали целую жменю этих монет, вы идете к машине, не знаете, куда их что засыпать, пришли, сели, закинули куда-то в бардачок, закинули просто на панели в какую-нибудь нишу, засыпали и катаетесь, эти монеты у вас дребезжат, звенят, рассыпаются, да и потом их собирать не очень удобно. Монетница нашла свое применение, здесь вот у меня целая куча монеток уже, которые валялись по всей машине, во всех вот этих карманах, подлокотниках и тому подобное. Сейчас все находится в одном месте, и в случае чего пришел в магазин вот с этой стильной сумочкой, все высыпал и сдал. А я вам желаю успехов и победы в конкурсе. Обязательно не забудьте про условия. Всем пока!